Работу металлургического цеха в режиме реального времени увидят участники и гости специализированных промышленных выставок на этой неделе. Сразу три мероприятия – машиностроение, металлообработка и инновационный потенциал Уфы – пройдут на ВДНХ-экспо с 16 по 18 ноября. Ну, вот свои новые разработки, инструменты, оснастку, приборы покажут более 50 компаний из 11 регионов России и ближнего зарубежья. Среди них впервые участвуют и 11 предприятий. Экспозиция развернется на площади в 5000 квадратных метров. Круглые столы будут направлены прежде всего на кооперацию между предприятиями и компаниями. Но еще такие направления, как кластерное развитие, такое направление, как цифровизация, импортозамещение. Это все как бы то, что сейчас требует от нас время и ситуация. Ну и за три дня запланировано провести 10 деловых мероприятий по темам межрегионального сотрудничества и кооперации, импортозамещения, а также развития кластера станкостроения. 16 ноября подведут итоги и наградят победителя конкурса 100 лучших товаров республики. Ну вот в этот же день пройдут и B2B-встречи регионального центра субконтракции Челябинской области и компании Башкортостана, а также Уфы. Ну и на площадке впервые состоятся заседания клуба молодых промышленников.